Если мы не превосходим соперника в мотивации, в желании победить и в единоборствах, то мы получаем то, что мы получили сегодня. Если сравнивать там две последних игры, игра со «Спартаком», где у нас глаза горят, мы выходим с первой минуты, даем фантастический объем, забиваем гол, идем дальше играть, то сегодня мы этого большую часть матча не увидели. И это, ну, немного странно, потому что ребята, которые имеют меньше игровой практики и амбиции на основной состав, они должны выходить и, условно, второй состав Нижнего Новгорода перед нашими болельщиками мы должны играть лучше. К сожалению, последние две игры, три игры на кубок мы наступаем на одни и те же грабли. Единственное, что какой положительный момент, наверное, концовка матча. Мы смогли добавить, неплохо вышли ребята на замену, стали создавать моменты. И, конечно, были шансы, чтобы эту игру перевернуть, но кроме нас в этом никто не виноват. Андрей Дзюбов, прогнозиру. А есть ли для вас какая-то разница играть в пути РПЛ или пути регионов в плей-офф? Не знаю, я не думал об этом. Хотели просто сегодня выиграть, а там куда попали бы, туда попали. Сейчас об этом рассуждать уже не имеет смысла. Мы тут думали только о победе и что мы будем играть с «Зенитом». К сожалению, придется идти по пути регионов. Мы посмотрим, что такое пути регионов. Понятно, что в целом вы недовольны результатом, но хоть какие-то позитивные моменты можете выделить в сегодняшнем матче? Наверное, замены. Неплохо ребята вышли. Хмарин, молодой парень с Академии, второй раз играет, в принципе, достаточно надежно. И для него это хороший опыт, это такая небольшая радость. Но в целом, когда ты проигрываешь дома Нижнему Новгороду, при всем уважении к Нижнему Новгороду, это хорошая команда, довольным нельзя быть никем и ничем.